2005 году мне было 16, и я была уверена, что это последний год моей жизни. Хочешь попробовать? Вместе. Но потом на гранж-форуме я встретила Кими. Кирилл, скажите, эти съемки трудно вам дались? Кими, ты чувствуешь себя строителем? Можно в автобус на социальной ячейке? Ты не понимаешь? Ну, серьезно, надо придумать. Ну да. Так, давай. Двигайтесь на путь. Охренительно! Не грустите меня, мы выдержим. Да.